Всем привет! FIFA 22 только-только вышла, а интернеты уже переполнены лютой дичью из игры. Честно, лично у меня пока багов замечено не было, а вот ряд игроков по всему миру уже ощутили вкус фейлов и приколов из игры. Канал Кибербол подготовил для вас первую в этом сезоне подборочку. Жми на лайк, если тебе нравится этот формат, и делись в комментариях своими впечатлениями от FIFA 22, если уже успел в нее поиграть. Скорость в FIFA 22 все так же решает. Причем касается это не только футболистов. Просто зацените, с какой скоростью мчится 60-летний Стив Брюс. Просто молния. Есть в фифашке и тренеры помедленнее Брюса, но по наглости к ним вопросов нет. Вот ребятки решили пройтись по полю прямо во время матча. Вспоминаются легендарные дворовые поля с тропинками вдоль и поперек. Если вдруг вам интересно, как в FIFA 22 обстоят дела со штрафными ударами, то спешим ответить на этот вопрос вот таким эпизодом. Новый революционный розыгрыш на базе. Или это все не так задумано? Но это не все приколы со штрафными ударами. Как вам такой стандартик? Нет, в игре не появились свободные удары. Это просто ее очередной глюк. Если вам кажется, что прошлый эпизод это просто случайность, то не тут-то было. Держите и такой стандартик. Ну и для пущей уверенности получайте еще один такой сверхпенальти. А помните, нам обещали новые уникальные реалистичные анимации от вратарей? Вот вам реализм от Нойера. Очень похоже. Ну и полевых игроков не обделили персональными скиллами. Вы только зацените, как в FIFA отразили уникальный финт Обамиянга. Или нет у него никакого такого финта? Ребята, если вдруг у вас есть лишние 5 баксов, у нас есть отличный вариант, куда их можно потратить. Ну, например, вложите их в покупку Буффона. Да, именно за столько его можно купить в карьерке. Никакого уважения к старине Джиджи. Как же разработчики нам нахваливали в анонсах новейшие движения, снятые с помощью специальных датчиков в костюмах. В общем, или нас обманули, или просто у Минди в тот день заклинили конечности. И еще немного царских анимаций, на сей раз в центре событий столкновения. В общем, после такого надо узнавать, куда сбрасывать этому парню на лечение. Немного странностей из серии пенальти на PlayStation 5. Сначала все шло четко, но потом все пошло не так четко. Вот такие мутные типы в деле. Мутные штрафные также присутствуют в игре, но разве они могут помешать настоящим мастерам? Что произошло в этом эпизоде? Ой, даже не спрашивайте, нам лучше не знать этого. Пожалуй, на этом моменте и закончим наш сегодняшний выпуск фейлов. Всем спасибо за внимание, оставайтесь с Киберболом и поменьше вам багов на вашем жизненном пути. Пока!